Огнепоклоннику сказал имам: «Почтенный, вам пора принять ислам». А тот: «Приму, когда захочет Бог, чтоб истину уразуметь я мог». «Святой Аллах», — имам прервал его, — «желает избавления твоего, но завладел твоей душой шайтан, ты духом тьмы и злобы, Абуян». А тот ему: «По слабости моей я следую за теми, кто сильней. С сильнейшим я сражаться не берусь, без спора победителю сдаюсь. Когда б Аллах спасти меня хотел, что ж он душой моей не завладел?»